Всем привет! Сегодня 30 апреля, выехал на рыбалку. Сейчас иду за прикормкой, взял ведро. Хочу набрать прикормки, которая состоит из кабачковых семечек. Они уже такие забродившие, имеют очень такой явно кислый запах. Вот хочу ее сегодня взять и смешать немножко сыпучей прикормки, амур, немножко бойлов добавить. И попробовать закормить три точки в надежде поймать сегодня амура. Вот эта куча прикормки лежит. Здесь нужно немножко разгребсти. Вот она такая влажная. Пахучая. Вот хочу... Ну, тут, в принципе, много брать не буду. Это будет... основа моей прикормки. Да, она пахнет. Поближе покажу. Шелуха из кабачковых или тыквенных. Ловить буду сегодня с подострова. Сейчас я приеду, покажу вам. Там буквально дистанции будут небольшие, примерно 20 метров всего лишь от берега, потому что сам остров находится в метрах 30, наверное, от берега. Так что сейчас я туда подъезжаю и начинаю замешивать прикормку, раскладываться и начинать рыбалку. Вот этот остров, из-под которого я хочу ловить. Дистанция от моего берега до острова примерно 30 метров. И глубины здесь, я уже делал здесь разведку, посередине и чуть-чуть дальше. Глубина 2.30-2.40. И идет потом сразу подъем наверх к острову. 1.50-1.60 метра. Вот я три точки хочу сделать и закормить на глубине, ну примерно посередине, чуть-чуть дальше, в метров 20, на глубине примерно 2.30. Точку сделать и на выходе к острову несколько точек сделать на глубине 1.50-1.60 метра. Кормить я буду сегодня ракетой с помбом. Заехал по пути в два магазина, хотел купить маленький с помб покидать, ну к сожалению не было, так что у меня только большой. Ну думаю, дистанция небольшая, фидерные удилища справятся, покидают мне там 3-4 ракеты на дистанцию там 20-25 метров, думаю, легко справиться. Так что раскладываю снасти, домешиваю прикормку и начинаю рыбалку. Катушка у меня есть Shark YU5000. Намотал я сюда леску 0.25, называется, по-моему, фидер. И на шпулю влезло 150 метров. Шок-лидер, то есть обычная у меня плетенка, 0.18. Как я и говорил, основа прикормки у меня будет состоять из шелухи, из тыквенных кабачковых семечек. Дальше туда я добавлю примерно, ну тут меньше полпачки, для флета еще немножко оставлю себе. Амур, зеленая прикормка. Чуть-чуть есть. Дальше добавлю PM Baits микс номер один, кукуруза, конопля. И также на кукурузку буду эту я ловить. Есть у меня еще чесночная кукуруза, также буду пробовать мягкая, а здесь зерно такое, оно твердое. Отличная как раз на насадку. Примерно пол пачки высыплю. Плюс я еще хочу добавить немножко вареных бойлов 20 миллиметров свиткорн.
двадцатки. Несколько пригоршни кину целыми. И остальное хочу поломать. Также примерно пол пачки сюда мы добавим. И немножко сдобрим CSL. Шелуха семечек, она имеет плавучесть. CSL мы немножко залили, чтобы она стала более тяжелая и не плавала у поверхности, а тонула. Какие-то частицы, конечно, ее будут всплывать, шелухи этой. Но, тем не менее, смотрите, какая получилась интересная прикормка. Все, сейчас я клипсую удилище на трех дистанциях и приступаю к закорму. Отлично, четко попадаю. Думаю, у нас все получится. Да летит вообще без проблем, ребят. Еще бы и дальше полетело. Опа. Одну точку я закормил, сейчас кормим еще две точки и начинаем ловить. Еще в этом году даже не пользовался большим садком. Такой садок большой, прорезиненный, с мелкой ячеей. Есть штанга, прикручивается. Кольца здесь алюминиевые. Все. Есть регулировка. Втыкаем. Вот, новый садок уже опробую тоже. На первое удилище я поставлю поп-ап 10 миллиметров кукуруза. Немножко его подрежу. Вот так он будет смотреться на крючке. И протыкаю кукурузку с моего корма. И одеваю на волос. Раз. Готово. Одеваю стопор. Поджимаю. И одна удочка у нас готова. Попапчик немножко приподнимет кукурузку. Совсем чуть-чуть. На второе удилище я хочу попробовать только на попап. На один. Возьму такой же покрупнее десяточку. Крючок это 10 номера Овнер. И на третью я на вот такой разноцветный пенопласт хочу поставить две кукурузки. Одну сверху, одну снизу. Немножко тоже его
чуть-чуть подрежу, ставлю стопорок, поджимаю. Вот так получилось. Две кукурузки и посерединке желтый с зеленым пенопласт. Ну, хочу такой эксперимент провести. Посмотрим, что получится. Вот кормушка 40 грамм вообще на такой дистанции. Бомба. Легкая. Чпок. Отличная вот эта емкость под корм. На два отсека. Ссылку я оставлю в описании. Это ведро. Вообще это с ведра. Верхняя часть его. Есть еще крышка. Закрыли. И оно не высыхает на солнце. Опа. Вот, готово. Большой подсак, прорезиненный. Телескопический. Ну что, друзья, прошел час ловли, была одна поклевка на среднее удилище. Не успел я даже включить камеру, но рыба не засеклась. И вымотал я крайнее правое удилище, где стоял поп-ап с кукурузой. Хочу поставить туда пелец и поп-апчик. Так что сейчас заряжаю по новое удилище и перезабрасываю. Поставлю я сейчас пелец восьмерка. Халибут тутти-фрутти. И половиночку попапа. Десяточка. Ананас. Попробуем сменить насадку. Пелец жирный. Может карпик на него клюнуть. Сазанчик. Хочется, конечно, сегодня амура поймать. Ну, это такое дело непредсказуемое. Но будем стараться. Все, готово. Ну, так, такой грибочек красивый получился. Сейчас перезабрасываю. О, народ, у меня вторая поклевка. Ходил к соседям посмотреть, что как ловят. Есть. Есть рыбка первая. Амур! И вот и амурчик, ребят. Как я и нацеливался на что, то я и поймал. Давай, 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 друг. Заходи ко мне в подсак. Есть. Ху, друзья. Рыбка. Ху, народ. Вот и амурчика я поймал. Посмотрите, какой красавец. Четко за нижнюю губу. На пелец. Тутти-фрутти. И... попапчик, уже забыл название даже. Тут решил перезабросить удилище. А тут рыбка. Супер огромный карась. На десяточку бойлик. В общем, о, друзья, поклевка. В прямом эфирчике есть. Четко в прямом эфире. Нифига себе. Ха, запаровозило конкретно. Маленький карпик. Ну, зато как паровозило, как настоящий. Красавец. Малюсенький.
Такого мы отпустим. Ну да, тут уже есть рыба. Карась. Ну да. Ах ты, ё-моё. Карасик мелкий. И ушел. На пелец. Я же говорю, что-то дергало. Оказывается, там карасик сидел. А забросы я делаю вот, буквально. И все поклевки я получил. Вот, 2-2.5 метра от берега. Вообще рядом. И потом ставлю на сигнализатор. Так, ну тут уже, по-моему, сидит. Ну да, здесь есть. 100%. Кто? Карасяк. О, хороший. Ну, вот неплохой. Это больше ладошки. Отличный карась. Такого мы берем. Забрасываю рядом. Далеко не кидаю. И чуть-чуть закормим кукурузякой. Так, леска моя. Вот здесь. Да, маленький карпик. Не успел закормить. Не, сазанчик. Маленький сазанчик. Пузатый. Полное пузо. Наел. Красавец. Решил перезабросить, а тут карасик. Ха, вообще мощный карасяка. На пелец клюет. Сейчас сразу перезаброшу, без корма даже. Ну что, друзья, время 5 часов вечера. Половлю я еще часиков до 6, до 6:30. Ту рыбку, которую хотел поймать амура, я поймал. Это, конечно, не та рыба, которую там, что плавилась там одна за одной, одна за одной. Ну, тем не менее, неплохого амурчика взял. Вот. Поклевки карася есть, стабильные. Много поклевок было именно карпика, не крупного, сазанчика. Ну, я их всех отпускал, конечно, мелкие. Ну, в целом, как бы, половил прикольно. Ну, еще половлю, потому что, может быть, что-то еще и поймаю. Может, какого-то карпика некрупного, сазанчика. Ну, на амура тут, как бы, как повезет уже. Ну, по крайней мере, один, но есть. Это уже хорошо. Первый в этом году я еще амура не ловил. Так что, ладно, если что-то будет интересно, рыбка, то все вы увидите. Опа. О, карась. Ого, я его. Он неплохой, кстати. Такого можно взять. На чесночный пелец пошел карась. Поставил я чесночок, пелец. И тут же карасяка. Ловлю на новый пелец, Black Halibut, чеснок 8 мм, черного цвета. Вот такой, решил попробовать. Так, что тут? Леска висит. Ну да, рыба есть, но мелкая. Мелкий
карпик. Ну да. Зеркалочка не крупная. Ну, в принципе, такая. Не сказал бы, что уже прям во всю руку. Ух, какая хорошенький. Опа, сейчас покажу. Красавец пузатый. Нахавался моей прикормки, наверное. Так, все, малыша отпускаем. Опа. Закину также по сегодняшней стратегии. По над берегом. Там уже хорошо закормлено кукурузой. Ну вот под берегом рыба ходит, клюет. Что-то село. Амур, что ли? А, нет. Опять маленький. Опять карпик зеркальный. И все под берегом ловится. Вот средняя удочка, я на нее, по-моему, одного карася поймал. Мелкого. На 10-й пупап. И вся рыба стоит понад берегом. По крайней мере, она клюет понад берегом. А на середине не клюет. Так что вот и результат рыбалки с берега. Рядышком и все ловится. Далеко кидать не надо. Так, ну а малыша мы отпускаем. Есть рыбка. Что-то напал. Зеркальный карпик. Четко за низ губы взял на кукурузку клубничную и попапик. Махонький. Ну что, друзья, на сегодня я свою рыбалку заканчиваю. Ту рыбу, которую хотел поймать, я поймал. Амура килограмма полтора, но я сейчас взвешу его. Здесь можно брать такую рыбу. Ну и клевали стандартные такие некрупные карпики, сазанчики, карасики. Так что сейчас показываю рыбку, которую я поймал, и сматываю удочки уже. Время 6 часов вечера и поеду уже домой. Опа. Здесь таких амуров можно брать. Здесь килограмма полтора, наверное, есть. Сейчас я, наверное, взвешу его. Посмотрим, сколько он весит. Ну, как я и говорил, кило 595. Ну, кило 600. Ну, в общем, народ, как у меня часто бывает, собираюсь домой. И у меня сразу же начинается поклевка. И здесь есть рыба 100%. Ну, как обычно, малыши, карандаши клюют здесь только так. Ну что, друзья, заканчиваю на сегодня свою рыбалку. Половил отлично, амура я поймал. Ну и также клевали некрупные карпики, сазанчики, карась. Ну, я еще сюда приеду, попробую еще поймать амура. А так, в целом, отдохнул отлично, рыбку половил.
Ну, чего и вам желаю. До новых встреч. Ни хвоста, ни чешуи. Всем пока.